Итак, первый вопрос. Самая глупая надпись на футболке. Квинтэссенция. Самая глупая надпись на футболке. Штаны. Так. Адреналин. Самая глупая надпись на футболке. ЛДПР. Хорошо. Так. Гаусс-Крюгера. Самая глупая надпись на футболке. Это электробус. Ну давайте еще один ответ. НРП. Самая глупая надпись на футболке. Хлопок. Действительно, очень глупо. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Как просыпаться без будильника? Сложный вопрос, действительно. Тяжело. Адреналин. Как просыпаться без будильника? С петухами! А ты правда? Руден. Так, еще варианты. Проект Сагауса Крюгера. Как просыпаться без будильника? Вечером. Жиза. Так, еще варианты. 1-0. Следующий вопрос. Лучший комплимент продавщице пятерочки. Неужели никто не делал комплименты продавщице, ребят? Так, проект Сагауса Крюгера. Лучший комплимент продавщице пятерочки. Меня к вам магнитом тянет. Хорошо. Квинтэссенция. Лучший комплимент продавщице пятерочки. Уважаемая. НРП. Лучший комплимент продавщице пятерочки. Адреналин. Лучший комплимент продавщице пятерочки. Ты мой скрипушоночек. Ты мой скрипушоночек. Отлично. И последний ответ. Ой, последний вопрос, на который нужно дать ответ. Как перестать заглядывать в телефоны других людей в общественном транспорте? Чисто от себя вопрос, мне интересно. Так, адреналин. Как перестать заглядывать в телефоны других людей в общественном транспорте? Алло, я ФСБшник. Квинтэссенция. Как перестать заглядывать в телефон других людей в общественном транспорте? Купите свой, я тоже поглядеть хочу. Проект Сагауса-Крюгера. Как перестать заглядывать в телефон других людей в общественном транспорте? Ехать за рулем в этом транспорте. Хорошо. Так, и НРП. Как перестать заглядывать в телефоны других людей в общественном транспорте? Спасибо, это был ответ на НРП. И мы переходим ко второму этапу. Это пуш-уведомление. Сейчас на экране появится первое сообщение, которое надо будет добить ребята. Итак, первое сообщение. Салон красоты. Отказываем вам в услугах, не знали, что вы... Квинтэссенция. Отказываем вам в услугах, не знали, что вы... Откусили наш пончик. Это бубли. Так, НРП. Отказываем вам в услугах, не знали, что вы... Боры. Ну, вот так. Так, проект Сагауса-Крюгера. Отказываем вам в услугах, не знали, что вы... Не платите. Окей. НРП. Еще один ответ. Секундочку. Отказываем вам в услугах, не знали, что вы... Входной. Отлично, следующее сообщение. Следующее сообщение. Миша тренер. Привет, посмотри налево, посмотри направо. Квинтэссенция. Привет, посмотри налево, посмотри направо. Деревья вокруг. Адреналин. Привет, посмотри налево, посмотри направо. Вверх и вниз. НРП. Привет, посмотри налево, посмотри направо. И переходи дорогу. Проекция Гаусса-Крюгера. Привет, посмотри налево, посмотри направо. Потом еще направо, потом еще налево. Видишь, и я на коне. И еще один ответ от проекции Гаусса-Крюгера. Привет, посмотри налево, посмотри направо. Где-то там под кроватью, от мышей отрава. Вот так вот. Стих. Хорошо. Следующее сообщение и последнее сообщение. Яндекс.Почта. Вашу почту никто не будет взламывать, потому что... Действительно сложный вопрос. Возможно, потому что Яндекс.Почта пишет в мессенджере... Потому